заметьте, Валенсия не спешит почти никогда. Все стандарты немножечко затягивают. То есть это, в общем, говорит о том, что счет полностью устраивает гостей. Вот хорошо сейчас сыграно в отборе Габо. Очень приличный полузащитник. Валенсии действительно пригодится. Ануша вот наконец-то выиграл вверх. Огромными шагами Сисока вроде бы догнал мяч, однако привез пенальти. Странно, на самом деле пока красная, то есть фол последней надежды, Ласка Карбали удаляет его с поля. Так вроде здорово прилетел, и казалось, просто мяч сейчас выбьет. Он у Оскара. А вышло иначе. Вот впервые удалось Манушу выиграть вверх. Явно же впереди соперника был Сисок. Почему он не сумел мяч взять у Амара? Просто пролетел мимо него, такое впечатление. Не было тут нарушения со стороны самого Амара для начала. Интересный момент. Не готов я, скажем так, здесь поддержать в полной мере Веласка Карбалья, потому что не исключено, что Амар все-таки придержал руками Сисок. Именно поэтому тот, вроде явно уже выигрывая позицию, пролетел мимо мяча и дальше Оскара снес. Как бы то ни было, на 65-й минуте после моих разглагольствований о том, что Валидолиду не хватает остроты, Валидолид получает численное преимущество и 11-метровый удар. Диего Алвес, правда, большой специалист по отражению пенальти, он уже отражал и от Месси, и от Роналду. Но этот удар Виктора Переса отбить ему не удается. 1-1. Мирослав Джукич сдержанно аплодирует. Сейчас у команды появляются хорошие перспективы. Будут, конечно, обсуждать судейство. Особенно в Валенсии после этого матча. Удаление Сисока неоднозначно. Ну, а вот удар уже абсолютно не берущийся. Пытался Диего Алвес сбить с панталыку пенальтиста, но тот, по-моему, на него даже и не смотрел.